Итак, дамы и господа, наверное, самый ожидаемый поединок нашей сегодняшней трансляции на ваших экранах. Артем Левин, россиянин слева от нас, в красной экипировке против тайца Яценклая Фаертекса. Интерес к этому бою во многом прикован тем, что это два... Артем Левин – это самый титулованный любитель, Яценклая Фаертекс – это самый титулованный представитель тайского бокса на этих профессионалах, но именно профессионального тайского бокса. Они один раз уже между собой встречались в профессиональном бою, тогда победу одержал Яценклай. И сейчас как раз в любительском формате у Артема Левина есть... хорошая возможность взять реванш. Очень хорошая возможность взять реванш. Я признаюсь, не знаю, как поединок закончил, и я хотел бы сейчас сделать прогноз перед этим боем. Мне кажется, Артем все же должен побеждать по очкам. Очень немного у Яценклая, я думаю, шансов вот здесь, вот в любителях. Но если вспоминать их первый поединок, в первом раунде Артем доминировал, но Яценклай – это из тех бойцов, которые от раунда к раунду обороты. Да, набирает обороты. Обычно, да, тайские боксеры не спешат с первого раунда форсировать события. И они так вот, потихонечку разогреваясь, переходит к самым активным действиям именно во второй половине поединка. Вспоминается бой Яценклая и Василия Терешенко в полуфинале. Тогда тоже Терешенок очень неплохо начал первый раунд, но во втором и в третьем Яценклай его просто переломил. Очень он сильно бьет, он великолепно работает руками. У него прекрасный удар, вот эти мидл-кики в корпус. То есть это очень интересный, зрелищный боец, но Артем Левин есть Артем Левин. Вот сейчас, как мне кажется, Артему Левину не стоит вот в долгое вязание с тайцем входить. Ему вот сейчас, сколько перед этим с броском отработал, схватил, ударил, сделал бросок, все, отошел. А вот долго вязаться, особенно когда тайц начинает прижиматься, ну не с руки. Тем более, что Артем он повыше ростом, у него длиннее руки и ноги, и удобнее работать с длинной дистанции. Ну, я скажу так, что в клинче тоже высокие имеют некоторые преимущества. Другое дело, что представители Таиланда уж где-где, но в клинче с ними бороться не стоит. И Яценклай Фаертекс, он известен тем, что в клинче... Ну, в профессиональном тайском боксе очень много вот именно работы в клинче. Таких работы коленями, работы локтями, скруток, переходов от этих движений, от этих технических элементов друг к другу. Давай-ка сейчас скажем о титулах бойцов. Яценклай, он двукратный чемпион Люмпини. Это самый, наверное, крупный стадион Таиланда, где проводятся бойцы и бои. Человек, выигравший вот на этом стадионе, он выиграл там не какой-то бой, он там выиграл целых два раза, он там стал чемпионом. Крупные турниры проводятся. Так вот, он двукратный чемпион Люмпини, он многократный чемпион мира по профессиональным версиям, по многим, даже сейчас зачитывать смысла нет. Он также выступает и по кикбоксингу. Это очень сильный, известный тайский боец. А Артем Левин – это человек, который на крупном любительском турнире проиграл только однажды. И за свое поражение Эмилию Зараю он уже дважды отомстил. То есть Артем Левин выиграл все чемпионаты России, на которых он участвовал, все чемпионаты мира, на которых участвовал, только один раз проиграл на чемпионате Европы. Ну и так получилось, что как раз на тех соревнованиях, где он проиграл, он несколько не готов. И это послужило, я так думаю, ему хорошим уроком. Он был, да, во многом не готов, потому что за, по-моему, месяц или три недели до этого в Казани он встречался с Александром Стацуренко и проиграл тот бой техническим нокаутом. Это во-первых. Во-вторых, Артему Левину сейчас очень непросто вложиться вот в этот лимит весовой категории до 75 килограммов. Уже на следующем чемпионате России он будет выступать в весе до 81 килограмма. И вот это последний, по-моему, его крупный турнир в этом весе. И смотри, как таец стал постоянно попадать руками. Он раз за разом, уже несколько раз очень сильно... Вот я о чем и говорил, то, что не стоит Артему ввязаться, он теряет силы. Тем более, это вот, чем старше становишься, тем труднее держать вес. И много сил вот именно в подготовке уходит, то, чтобы вес согнать, в нем удержаться. И мы не знаем еще, за сколько времени до турнира Артем успел в этот вес войти, удалось ли ему в этом весе вработаться.
И здесь как раз вот по своему росту органично себя чувствует Таец в этом весе. Ну и плюс его сложение, коренастый, с сильными ногами. Вот именно в ближнем бою он может хорошо давить, упираясь в помост ринга. Раньше многие спрашивали, возможно ли победить Артема Левина в любителях. И вот сейчас Таец, ну, конечно, бой абсолютно равный. То есть никакой суеты, смотри, в его действиях нет. То есть даже когда Артем атакует, он от ударов не бегает, просто становится в такую глухую, очень жесткую защиту и моментально атакует. Вот, вот два удара, двоечка. Ну, вот потому что он взял левый. И встал, защитился, а потом встал Артем. И встал не на своей дистанции. Вот, если бы, не знаю, немножко другая чуть-чуть работа руками в тайском боксе, но вот в боксе бы встречались, когда спортсмены бы такой разницы в росте, то есть, скорее всего, более высокий и вот с такими ногами длинными, он бы встречал бы на дальней дистанции прямыми ударами рук, не давал бы подойти к себе на расстояние удара руками. Да, ну как ты правильно сказал, тайский бокс это несколько другое. В клинче у высокого также есть преимущество. Если человек выше намного, то в клинче работать с ним так же непросто, как и на дальней дистанции. А вот на средней дистанции, вот здесь, конечно, у Яценклая есть, я думаю, некоторое преимущество, потому что с рук он бьет намного сильнее. Ну вот Артему и следует не давать тайцу навязывать удобную для него дистанцию. Ну, я бы, наверное, не стал советовать Артему так постоянно ловить вот эти мидл-кики левой ногой. Таец бьет в область печени. Это все равно считается, вот эти удары, не в пользу Артема. Да, потом следует атака Артема Левина ответная, но так нужно поплатиться. А впечатление на зрителей и впечатление на судьи – это две разные вещи. Да, здесь соглашусь полностью. Судьи судят несколько по-другому. Ну, бой абсолютно равный. Сложно сейчас отдать кому-то предпочтение. Вроде Таец, я бы сказал, работает в более профессиональной манере. Больше он нанес акцентированных ударов. Но пытается сейчас Артем напирать и одновременно пытается выцеливать Таеца. Но пока получается только выцеливать, а ударов нанести-то точно не получается. Все равно очень хороший бой мы с вами наблюдаем. Вот это настоящий тайский бокс самого высокого уровня. Зрители сейчас видят, потому что в ринге два мастера. Артема Левина знают за пределами России очень хорошо. И представители Showtime, я знаю, интересуются Артемом Левиным. Нет желания у него выступить на турнире. И очень многие версии, профессиональные, международные. Ну, помнишь, как был старый анекдот про советского актера, да? Вас приглашают в Голливуд, не могу приехать, у меня елки. Вот так же, знаю, почему до сих пор Артем Левин еще не в Showtime или там не в Golden Glory? Ну, он тренируется в Кемеровской области. Артем, у него там хорошая команда. Все равно Артем выступает в этом году. Уже второй сезон бьется в Казани на довольно крупном турнире за хорошие гонорары. Довольно скоро у него финал против Александра Стацуренко. Это будет матч-реванш. Они уже дважды между собой встречались. Сначала выиграл Артем, а потом Стацуренко взял у него реванш. И победил, кстати говоря, Артем Дмитрия Шакуту. Дмитрий Шакута, он долгие годы считался королем кикбоксинга. Весовой категории. Шакута, спортсмен из Беларуси. Да, весовой категории до 77 килограммов он в профессионалах выступал, а в любителях убился до 81 килограмма. Так вот, Артем уже победил Шакута. Да, между тем закончились три раунда. И сейчас нас ждет заключительный раунд этого напряженного поединка. Очень будет сложно судьям отдать здесь кому-то преимущество, потому что, да, Артем наносит больше ударов, однако процентов 70-80 ударов они приходятся в защиту тайца. Или неакцентированно доходят до цели вот сквозь блок представителя Таиланда. Ну, так, по мне, давно было уже Артему пора переходить именно в любителях в более высокую весовую категорию.
А сложность в том, что в более высокой весовой категории выступает его хороший друг Артем Вахитов, которого мы сегодня увидим. Вот как раз в Казани их между собой свели, тогда Артем победил. Ну, им в любителях встречаться друг с другом очень не хочется. Хотя по габаритам Артем это, конечно, боец более высокой категории. Рост, ну, как минимум 1,90 м, то и больше. Вот сейчас продемонстрировал Артем Левин прием, который не входит в классический арсенал тайского бокса. В карате этот удар называется усирагери или бэк-кик. Ну, а в тайском боксе это называют просто удар с разворота. Удар с разворота, но прямой удар с разворота, потому что удары с разворота, они бывают и круговые. Вообще арсенал тайского бокса, он очень такой лаконичный. Арсенал ударов ногами. Это удары коленями, прямые удары ногами и боковые удары ногами. Вот как сейчас, прямой удар ногой в голову. Но в основном в формате стоппингов применяются эти удары. И боковые удары, это вот те же самые лоу-кики, удары в корпус и удары в голову. Вообще, например, в России не принято пользоваться тайской терминологией в обозначении ударов. Вот я лично знаю только, вот, как называется, прямой удар ногой встречный, это тип. Сейчас небольшое пижонство со стороны и одного, и другого спортсмена. Но все равно Артем в этом пижонстве выиграл. Как раз на дистанции это пижонство происходило, и Артем больше попал. Вот сейчас оба поднимают руки. Мне кажется, все-таки больше в этом бою попал Артем, хотя таец работал первым номером. Сложно здесь кому-то предпочтение отдать, но, на мой взгляд, Артем Левин был чуть получше. Твое мнение, Олег? Вот, не знаю, не хочу быть субъективным. Естественно, болею за нашего российского спортсмена, за Артема Левина. Ну, боюсь здесь ошибиться. Пускай же судьи выносят свое решение, потому что, ну, бой был упорный, равный. Пускай. Да, пусть. Да, сейчас рефери поднимет руку. Судьи примут решение, рефери поднимет руку, и мы объявим победителя. Хотя вот даже если руку поднимут представители Таиланда и Цинклай Фэртекс, я напомню, это хотя здесь он заявлен под другим именем, но тайцы обычно берут себе псевдоним. Да, все. Смотрим, кто же в этом бою победил. Так, Артем Левин берет реванш. Становится победителем. Радостная для нас весть. В таком представительном, вот именно в формате тайского бокса турнире. При таких серьезнейших соперниках это, ну, вдвойне, втройне значимая победа. Да, это действительно очень значимая победа, потому что впервые на любительском турнире принимают бойцы такого уровня, как Яценклай, такого уровня, как Терапон Ди, представитель Таиланда. Здесь все плачет от радости Артем. Насколько важна для него эта победа? Очень важна. Это матч-реванш. Я надеюсь, что Артем Левин и Яценклай еще встретятся между собой на профессиональном бою, и там будет посмотреть на, узнать победителя. Лично мне очень интересно. Видно, недоволен Яценклай своим выступлением, но в данном случае, я считаю, все по делу. Ну, вот такой серьезный бой. Подбились масса ударов. Точных, серьезных нанесли друг другу спортсмены. И никаких следов. Вот здесь хорошая была скрутка в исполнении Артема, выбрал эпизод, отбил ногу. Да, это сейчас, правда, нехорошо ударил лежащего бойца.